Это Андрей, оператор горячей линии «Лемакс». Ежедневно он принимает десятки звонков, помогает найти нужную информацию и решить все вопросы. Позвонил Петр, у него потек котел. Андрей посоветовал обратиться в ближайший сервисный центр. Специалисты тут же выехали на вызов. Оказалось, что у Петра неправильно установлен дымоход и нет конденсата-сборника, который предотвращает попадание конденсата в котел. У Алексея дома температура скачет, как курс доллара перед праздниками. Алексей пытается отрегулировать температуру на котле, но все без толку. Андрей сразу понял, в чем проблема, и посоветовал установить комнатный термостат. А вот звонок от Максима. Он возмущается, что ему продали бракованный котел. На экране все время светится ошибка системы дымоудаления. На самом деле, в дымоходе Максима поселились пчелы и заблокировали дымоход. Что бы ни случилось, мы всегда на связи. «Лемакс», позвони, спроси, реши.